В апреле месяце в связи с пандемией коронавирусной инфекции строительство выезда из 6-го микрорайона было приостановлено. Но на днях стройка возобновилась. Снова здесь много техники, строители работают в усиленном режиме. В последний раз наша съемочная группа была здесь в конце марта. В тот момент проводился самый трудоемкий этап работы – установка водопропускной трубы через речку Бица. 4 месяца ушло на этот процесс. На сегодняшний день этап пройден. Кроме того, подготовлено более 1000 метров основания дорожного полотна. Далее на этом участке будет насыпан щебень и уложен нижний слой асфальта. Очень сложная дорога. Я просто поясню, это не просто прямой участок, где пришел, подготовил основание и уложил асфальт. Да? Здесь большие перепады достигают 20 метров. Сюда днем и ночью завозился песок. Порядка 120 тысяч кубов песка было завезено. Порядка 180 тысяч метров кубических грунта было перемещено и вывезено. Но, несмотря на все трудности, строители справляются. Уже начаты работы по обустройству тротуара, который будет находиться со стороны Ермолина. На днях приступили к ремонту Донбасского моста и реконструкции Донбасской улицы. Именно здесь дорога соединит новые микрорайоны с Расторгуевской частью Видного. Один из важных моментов – сохранение экологии. И подбирался данный участок дороги, чтобы минимальные какие-то были вырубки. Да, вырубили там порядка 30 кустарников, но в любом случае, когда мы здесь все закончим, выполним озеленение, да, и я думаю, дополнительная зеленая защита, она там будет предусмотрена. Новая дорога будет иметь общую протяженность порядка 2 километров. Выезд из города получат более 40 тысяч жителей новых микрорайонов. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.